Черногории утром случился кошмар. Вы видели град какого размера? Это уже начало таять. На яхте. Буквально. А ты видела, что сколько града у нас слева на яхте много? Вот, смотрите, левый бок весь в граде. Стекло побитое. Пойдемте дальше. Тут все лежаки перебило. У нас ватрушку, на которой мы катали, плюшка в форме кресла разбила. Водопровод наш на яхту тоже. Слой невероятный. Он уже стал застывать. Оливковое дерево почти превратилось в новогоднюю елку. Такое сугробище рядом. Это стол так выглядит сейчас. Прикиньте, когда вот такая дура тебе падает с неба на стекло. Что происходит? Ужас. Побило весь виноград. Посмотрите, сколько снега упало. И что от винограда осталось? Очень мало веточек и ноль листиков. Какое количество тут града лежит? Почти у всех машин тут перебило стекла. Что у этой, что у той. Машинам туристов тоже капец. Из Европы, с Хорватии две машины разбило у соседей. Посмотрите на крышу. Наша ничем не отличается, все то же самое. Единственное, стекла не выпали, но разбиты. Это ужас. У этой тоже с той стороны. Вот именно с этой стороны все повыбивало. Это остатки люка с крыши машины. Ну, тут видно и здесь. Это мы только купили машину. И огромное количество вмятин на капоте. Как будто бомбардировка была. Горшки. Смотрите на эту пальму. Все перебито. Уже больше суток прошло, а град так и не растаял. Странно, ведь солнце, представляете? Вот я в футболке, солнце 27 градусов, не растаял. Смотрите, какая сила была. Как все перебило. Уже прошло больше, чем двое суток. Пошел третий день. Ледничок целый, видите, такой холмик. Еще стоит. Не растаял. Вот это град. Такая была сила града, что он даже, видите, дырки сделал в лежаках. Часть лежаков унесло в море. Много черепицы перебило. Вот соседи перекладывают крыши. У всех в Джурашевиче дырки на крышах. Черепица послетала от града. Вот покажу на примере этот домика. Вот это вот сделал град. Такая была сила града, что он даже, видите, дырки сделал в лежаках. Часть лежаков унесло в море. Встала. Пошел спасатель спасать лежак. Лежаки как будто бомбардировали. Вот это кошмар. У Андрея после всего еще вот есть нормально, юмор, да? И смех. Посмотрите на этот кранец. Ну, как коврового бомбометания просто. Щепки. Вот одна солнечная педаль, а вот вторая правильная. Осталась почему-то целая. А это и конец. Тоже. А флаг, посмотрите, на что стал похож флаг. Диваны новые. Тоже все в дырках теперь. Вся яхта в мелкое стекло. Тик выглядит как поле битвы. Вот это прошелся град. Ну и самое страшное — это наше лобовое стекло. Побило два стекла. И где их теперь такие заказывать, непонятно. Мелкие пылесосом потом идут. Крупные, главное сейчас убрать. Прошло около 8 часов после этого града. И мы стоим в Албании на разборке машин. Где есть Infiniti 35, как у нас. 15 лет работает над стеклами. Вот прошел почти месяц, как у нас тут прошел град. А то я за ютубное, что причем. Этот мужчина почти за месяц в наших
двух-трех поселках 250 стекол поменял. Thank you.